вышел русскоязычный триллер «Мира юрского периода 2». Главные роли в фильме исполняют Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард. В сети был обнародован дублированный русскоязычный триллер фильма «Мир юрского периода 2». Ролик появился на YouTube-канале Universal Pictures Russia. Выход фильма на широкий экран ожидается 7 июня 2018 года. Режиссером ленты выступил Хуан Антонио Байона, известный по фильмам «Голос монстра» и «Королева Испании». Главные роли в приключенческом боевике исполняют актеры Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм, Рейв Спол и Джеймс Кромвелл. Ранее корреспондент Нет сообщал, что в сети появился трейлер фильма «Все деньги мира» без Кевина Спейси. По материалам сайта news.com.